Михаил номер один, Михаил Кравченко. Ваша жилищная программа не приведет ли к падению цен на недвижимость? Ведь тогда потеряют свои деньги инвесторы. О, вот за кого я меньше всего волнуюсь. Я хотел бы, чтобы упали цены на квартиры благодаря тому, что появились бы в массовом масштабе по всей стране частные дома. И всем инвесторам хочу сегодня сказать: господа, вы хотите очень много заработать, я, в общем, не возражаю, это ваш бизнес. Но учтите, что если такая программа «Земля, дома, дороги» пойдет по стране, то, конечно, баланс цен изменится, и вам придется инвестировать, если вы хотите иметь баснословные доходы, во что-то другое. Но я вообще за то, чтобы рентабельность в разных отраслях была примерно одинаковой и была диверсификация в бизнесе достаточная, в экономике. И тогда будет больше пользы. Вот, здравоенный пост. Григорий Алексеевич, в вашей программе ЗДД все довольно красиво описано, за исключением одного момента инфляции. Экспортная выручка сейчас стерилизуется в стабфонде именно по этой причине. Вы предлагаете увеличить в разы объемы строительства в данный короткий срок. За это же время должно в разы увеличиться количество строительных фирм техники. То есть искусственно вливать деньги в отрасль. Нужно также искусственно увеличивать количество полноценных строительных предприятий. Это уже производит противоречие рыночным целям. Иначе, если этого не делать, осуществится один из двух сценариев. Первый. Резко взлетят цены на строительные услуги. Во втором, Во втором случае при вмешательстве государства в процесс ценообразования строительных предприятий возникнет просто дефицит. Ситуация станет похожей на СССР. Кто будет заведовать очередью? Он большой очень и профессиональный. Вот я хочу сказать, простого ответа на ваш вопрос нету. Но вот что я точно вам обещаю, что все ваши соображения мы учтем. Такие угрозы инфляционные существуют. Проблема привлечения иностранных компаний в той или иной форме существует. А проблемы вмешательства государства и меры вмешательства тоже существуют. А что касается вашего соображения о том, что вот такое эволюционное развитие жилищного рынка вас устраивает, так я же не про развитие жилищного рынка, я про решение другой задачи. Я про передачу земли бесплатно в собственность и создание условий для появления реального среднего класса собственников, собственных домов. Это другая задача. А жилищный рынок как существовал, так и будет существовать. Но это другая тема. Всегда люди будут покупать и продавать квартиры, что бы ни происходило, или там дома. А я про другое. Я про то, чтобы в принципиальном плане фундаментально решить проблему жизни в России и обустраивать страну. Это другая задача. Тоже рыночная, но она во вторую очередь рыночная. В первую очередь это крупнейшая социально-политическая задача, которую Россия не решает с 1861 года. А сейчас можно ее решить. Вот. Большое спасибо. Будем этим пользоваться и учтем ваши соображения. Вы не зря написали, пишите еще. Григорий Алексеевич, обычно я за вас всегда голосовал, но последний... У России никогда в истории не было так много денег, меня довели. Государства, у которых много денег, не сокращает пенсионный возраст, количество бюджетных мест в вузах и не экономит на медицине. Ну вот именно так. Вот именно это я и хотел сказать. Может, не закончил мысль, вот я это и хочу вам сказать. Сегодня у России столько денег, потому что цены на нефть, газ и всякое такое, такие высокие, которые не были никогда, приходит столько денег, а ни на что не хватает, как бы, мол, на пенсии не хватает, на медицину не хватает, на образование не хватает, на жилье не хватает, на солдат не хватает, на вооружение не хватает. Что это значит? Помните вопрос, где деньги, Зин? Вот я об этом и говорю. А вы их вкладываете, как бы, мол, в облигации и таким образом финансируете американский внутренний и внешний долг. А это умная стратегия, а это правильно. Вот я не совсем уверен, что вы вместо того, чтобы развивать российскую экономику и вкладывать в такие вещи, как внутренний спрос, вы эти деньги где-то храните под какие-то неизвестные проценты, которые не проконтролировать, не увидеть. И, кстати, вы так и не объяснили, а что случилось с теми деньгами, которые вы держали в бумагах тех ипотечных компаний, крупнейших в мире, американских, которые лопнули во время кризиса? А сколько Россия на этом потеряла? Секрет, да? Ну, небольшой, потому что примерно можно представить. Николай Петров, говорите вы, конечно, правильно. Хорошо. Но у меня есть вопросик. А где на этот проект вы людей будете набирать? А у меня есть ответик. Вот какие у нас люди есть, вот такие и будут. Вот кто не справится, будем менять. Но думаю, что справимся. Не сразу, но справимся.